Всем привет! С вами Снайпер. Я вернулся. Бум-бум, взрывы. Короче, сегодня мы будем играть в... То есть, как играть? На сайте мы будем общаться с девушками. Вот с этой козой. Это как бы сайт Exister. Он типа бот. Вот эта баба, она типа бот. Ее зовут Ива или как-то так. Мы сейчас даже, может, спросим, как ее зовут. Как тебя зовут? Меня зовут Пуцик. А тебя как? Ладно. И, короче, сегодня мы пообщаемся с этим Пуциком. Хотя на Иве. Неважно. У тебя красивое имя. Спасибо. Спасибки. Сколько тебе лет? Я сейчас не врусь, как честно. Как тебя зовут? Снайпер. Ты знаешь, что такое крипипаста? Предположим. Кто тебе нравится из крипипасты? Кто? Одну секундочку. Ага. Ага. Мазафака, ага! Убийца. Потому что он убийца. А мне нравится Lost Silver. Странная тема для разговора, ну ладно. Угу. Кульно. Ты мальчик или девочка? Мужчина. Я мужчина. Не мужчина, ты мразь. Ты чё, сука, ты чё? Сам ты педик. Как тебя зовут? Так ты парень или девушка? Парень по имени Лена? Че за хуйня? Какая, блядь? Яна! Откуда я могу знать? Ты, блядь, ты чё? Курила? Сука, пиздец. Просто, я потный мужик. Это всё объясняет? Кто там тебя за спиной? Будь недоделанный. Ахахахахаха. А вот лучше бы вирусом был. Сколько тебе лет? С тобой переписываюсь, музыку слушаю. Окей. Okay. Какую? Какую? А. Бумбакс Фитос, и я помню почерк твои многоточия. Скажи, как мне жить, если нет стимула? И как творить, если муза покинула? Как сердцу бить, если вот обессилена? Скажи, как мне жить, если нет стимула? Скуйня сказать круче. Нет, Украина круче. Ты майдановец.
война, а так нормально. То есть ты потный мужик с Майдана, который слушает музыку и пишет, что я педик. Я знаю, кто я. Ну, это будешь считать когда? Ты охуела? Бриди, ты знаешь куда? Куда? На Майдан! Никуда тебе лучше не знать. Говори. Я уже говорила, как меня зовут. Куда мне идти? Нах идти. У меня есть невидимый член. Невидимый член. Твой член возбужден. Хочу потеребонькать. Что не так с этой бабой? Тереби. А я теребонька. И сперму пустил. Паре. Ты беременна от меня. Я... Как тебя зовут, парень? Мне тоже скучно, когда я одна. Кек. А мне нужна твою кровь. Ты совсем. Нет, пидор, ответ. Да ху... Блять. О, я знаю, что сейчас. Дать по ебалу. Типа я дал ей по ебалу. Значит, ты пидор. Я парень вообще. Пиздец. Я Натсон Никит. Натсон Никит. Никит. Лох. Сама ты лох, он в отличие от себя забился больше в НАТО 0. Я даже искусственный интеллект унижает. Я подписчик. Вот это поворот! Я мальчик. Хорошо. Ну, меня, во-первых, зовут Маша. Да что ж такое? Ты мальчик или Маша? Пиздец. Нет, девочка, а ты мальчик. Ты Маша? Я не Маша, а мудак. Иди ты! Ты же Настя, а все Насти меня ублажают. Про что поговорим? Тебя нахуй! Соси сосок. Подождите. Соси сосок. Он называет меня пидором. И он говорит, что у него невидимый член. Он наркоман. Ты Влад? Мамка твоя Влад. Thank you.
В мире не существует интернета, ты просто тыкаешь пальцами в пустоту. На этом можно и закончить это видео. Блять, какая ебанулась полная, блять. Короче, с вами был Снайпер. Снайпер, если ты не Маша, то поставишь лайк этому видео и подпишешься на канал. Короче, всем удачи, всем пока.